пригодились наши группы Феррари. Потому что ездим мы на Фиате. На новом Фиате от Автограда. Что на Марджане 9? Фиат, оба. Почему у меня такая довольная рожа? Потому что машина мне это вот чудненько понравилась. Едет она просто уникально. Почему уникально? Потому что 1.4 двигатель, 77 лошадиных сил. И на гололеде, и вообще в городе я езжу на любой передаче. Ну, это очень утилитарный автомобиль. Огромный салон и вот этот багажник, из которого можно, кстати, выходить и изнутри. Дверь раскрывается в обе стороны. Печка. Это отдельная песня. Салон, в котором, ну, я так думаю, кубометров 6. Может быть, чуть-чуть поменьше. Так вот, он прогревается очень быстро. Площадь остекления, видно все, ничто не мешает. Замечательные ушастые зеркала. Ну и плюс. Плюс машина, предназначенная для зарабатывания денег. Есть и такой вариант. И есть другой вариант. Есть вариант просто купить ее и использовать как такси. Тем более, что, допустим, задняя дверь открывается, и точнее сдвигается, только с одной стороны. Поэтому вот левую заднюю дверь вам не вырвут никогда. А еще вот эта магия цифр. Знаете, вот у меня есть 3-литровый двигатель, да, там 150-ка был. А в этом 1.4. Здесь 77. Грубо говоря, перемножаем и получаем что? И получаем надежный движок, который при этом ничего не ест. А для того, чтобы вы не пережигали топливо, здесь встроен экономайзер. И вот на скорости, допустим, на 4-й, опять же, мы едем 40 км в час. Ну, в городе больше-то, по сути-то, и не надо. И кушаем всего сколько? 5,3 литра бензина. Круто? Круто. Удобно? Да, конечно, удобно. Стоимость машины 460 тысяч рублей. По сути, машина очень кредитная. Тем более, что первоначальный взнос, ну, не такой же большой, кстати. Всего лишь 92 тысячи.